Ну, я подряд прочту там три текста. И потом уже можно реагировать или не реагировать. Поворот. Выныриваю из-под воды. Тишину нашла. С трудом выхожу на берег. У меня в огороде теперь валуны, да исторические два, светло-серые. Вздохнут однажды, уйдут в океан. Не узнаю, глядя на белый бок, те, кто ладони грел и смотрел в окно. В деревне началась холера. Ты построил водопровод, я сложила платье и вернулась в город. Цветы в саду не приносили плодов. Белый орнамент на белой стене неизменно перетекал в белый сон. Я приехала снова. Чистая вода сохранила людей, но тебя уже не было. Ночью внятно услышала, ты говорил в небе. Жена не смогла помочь. Цветы — хлопотное занятие. Это посвящается такому проекту, как «Поющие клоуны». Они ходят в детские дома-интернаты к детям с тяжелыми заболеваниями, которые вообще мало на что реагируют. Иногда они реагируют на песни. Мы не знаем, что они будут делать, проснувшись. Сквозь сон музыка проступает. Мелодия касается уха. Ноты по голове гладят. Я просыпаюсь, мама. Не мама, а музыка. Понимаешь? Да, мама, музыка. Понимаю. Все, спасибо.